Доброе утро. У нас сегодня жара, походу, будет прям конкретная, потому что на улице уже 26 градусов. Представляете, с утра не срамши, можно сказать. Поэтому достала уже защиту для от солнца машину, чтобы машина не сильно была горячей. Поэтому вот так. Я вообще люблю такую погоду, жарко, чтобы прям лето ощущалось. Эх, жаль, на пляж нельзя. А то бы, если бы жара, я бы съездила. Почему бы и нет? Просто в прошлом году май был какой-то очень холодный, да и июнь тоже. Вот. И поэтому как бы и не хотелось на пляж. А в этом году вот если жара... Вот так всегда, когда нам что-то запрещают, то обязательно нам этого хочется. Полутро, блин, вымывала себе порог. Ну как, не порог, а вот это вот, около порога. Представляете, гады, вот собака прям вон там вон наделала делов. И никто даже не подумал убрать за ней. Ну вообще свиньи какие-то. А потом грязная деревня, блин, сами за своими собаками. Там не одна только какашка лежит, там еще лежит парочку у стеночки. Но это прям у порога, то есть сейчас придут люди, и они мне все это понесут внутрь, а мне это надо, конечно же, нет. И вот вымывала все утро, минут 15, да, ровно 15 минут я вымывала. Вот, ну, знаете, государственной водой. У нас там на площади есть колонка, вот, и оттуда воду таскала. Еще пришли эти с бара, с ресторана у нас же тут на площади есть. Они, хозяева, шли, я говорю, вы открыты? Они говорят, в пятницу откроемся, все, моем. Я говорю, давайте, давайте, чтобы, говорю, жизнь дать деревне. Все-таки, когда откроют бар, ресторан, то совсем другая история. Маски забыла дома, которые мне прислали. Хотела их сюда привезти, чтобы вдруг у кого-то не будет или еще что-то. Это же сейчас обязаловка. В закрытых помещениях и в людных местах маски носить. Поэтому надела сегодня костюм. Я его вчера отпарила. Постирала, отпарила. Вот. И, в общем, так вот. Так вроде ничего, нормально. Ну, конечно, в 30 с лишним градусов в нем жарковато, наверное, будет. Пока не жарко, ну посмотрим. Я сегодня опять попытку хочу в Меркадонову сделать, заехать. Посмотрим. Будет много народу там или нет, потому что я не люблю ждать очереди, вообще не люблю. Вижу большие очереди, даже человек 5, все, я уже никуда не иду, ну его нафиг. Приехала в Меркадону, вроде бы очередь небольшая. Вообще очереди не было, поэтому... Смотрите, сделали, что тележки вот тут вот в серединке. Надо же, у меня список есть, поэтому... Список пойду смотреть. Тут на днях видела у подруги вот такой, смотрите, алкоголь. Мне, кстати, на работу возьму 70%. Можно все-все на свете им обрабатывать, прикольно. Тут тоже... Без хлорки тоже, вот видите, вот алкоголь вот такой обычный есть в бутылке большой. Тоже очень удобно, кстати. Сейчас многие дезинфицируют вот с этим. Так что вот, все есть. Вроде ничего не купила. Я сегодня по йогурту и по творогу далась. Вот потому что кое-что хочу стряпать. Булочки, наверное, сделаю с творогом. Вот. Какой-то вот такой, не знаю, что за творог. Сейчас посмотрим. Прям вот сейчас и посмотрим. А, он такой жидкий. Не жидкий, а как взбитый. Вы поняли, да? Угу. С вареньем вкусно будет, но это не творог. Творог у нас вот этот. Цены... Не могу сказать, где-то чекивать один есть с Меркадоны. Вот сейчас я буду сегодня что есть. Обожаю вот этот вот салат
сальпикон. Он в Меркаду не продается, он уже готовый. Тут есть и заправка, и все есть. В общем, я вот это буду есть. И сделаю еще себе шпинат с творожным сыром и яйцом. Кручу-верчу, что я сейчас получу. В общем, трындец какой-то. Смотрите. Булочки с творогом будут. Что-то я говорю давно это. Ничего не варила, не жарила, не парила, не пекла. Чтобы жопка-то моя не сдулась, надо вот ее в форме держать. А как ее можно держать в форме? Ну, помимо приседаний и всего такого, поеданием булок. Булки будут вкусные, с творогом, все как я люблю, с изюмом. Сейчас посмотрим, что выйдет. Вот такой ужас на крыльях летящей ночной мгле, или как там, в общем, говорится. У меня творог жидковатый. Я его хотя бы и сцеживала, но все равно жидковатый. Ткий. Ну вот сейчас посмотрим, что получится. Сейчас уже в духовку они отправляются. Я думаю, будет вкусно. Горячим. Горячее сырым не бывает. А тут творог, тесто. Естественно, будет вкусно. Даже и голову не буду морочить. Чай себе сделаю с молоком. Это английский чай. Его нужно пить с молоком. Вот видите, все. Можно выходить. И я в гордом одиночестве. Обед, завтрак и ужин. С Чучей и Чарли. Так что будем экономить на еде. Это я к тому, что муж на обед не пришел. Говорит, не буду. Не хочу, не буду домой приходить. Но он говорил, знаете, когда закончится карантин, говорит, я уйду из дома и неделю не буду появляться. Лафа. Я вообще, знаете, какой человек? Пускай стоит. Я человек, люблю одиночество. Это значит, что жара на улице. Я очень люблю одиночество. Одиночество, сука. Одиночество, сволочь! Но это не для меня. Я, правда, люблю, знаете, побыть одна дома. Я не люблю шумных каких-то гостей. Нет, я люблю, если бы ко мне в гости приходили, но ненадолго. Вот, потому что я от шумных компаний очень быстро устаю. Мне хочется в тишину, в покой. Не знаю, может быть, дикарка или еще как там сказать. Ну вот, да, я вот лучше одна, чем с кем-нибудь жить, не знаю, как, ну как, имею в виду, там вот большие семьи. Вот у нас у сестры, у мужа, они жили же рядом, там, когда мы раньше жили, прям дверь в дверь. И они, вот знаете, они такие вот все время собираются, их там все время все они, сестры, братья, там, блин, мужья, и она все время, пошли с нами, посидим. Я, не надо, они, знаете, еще разговаривают так громко. Телевизор включен, там все разговаривают. Это вообще дурдом на выезде. Я нет, я вот лучше одна. Буду делать, что я хочу. Ходить я в чем я хочу. Мне вообще никого не надо. Я люблю праздники, я люблю какие-то, но не часто. Вот, потому что это меня тоже, как говорится, очень, ну, устаю от праздников.
какого-то, это если вот свадьба какая-то, да, это целый день и целый вечер, и для меня вообще тягомотина, прям не могу. Часа 3, вот 4 максимум я могу на празднике побыть, потом я уже устаю, мне уже нужно идти домой, на мой диван, вот в мою квартиру, где я себя замечательно чувствую. Вот. Поэтому я себя в одиночестве, как говорят, типа скучно, нифига не скучно. Я в одиночестве просто кайфую тишиной, что никто не мешает, что никто не знаю, как это вот. А некоторые наоборот любят, что вот люди у них постоянно были, с кем-то общение. Я на работе так наобщаюсь, что, блин, нафиг надо. У меня одна клиентка, вы знаете, вы же парикмахер, для нас не только парикмахер, вы же для нас психолог. Я такая, да, блин, особенно у меня вот пьяная клиентка. Ой, я не могу про пьяную клиентку вам тоже сейчас расскажу. Вчера идет, значит, такая еле идет по улице. Вот, ну я работала, гляжу, она идет, и кто-то навстречу шел к ней. И она идет еле вот так вся в синяках, вся непонятно какая такая. Ой, вирус меня вообще убил. Смотри, какой, что из меня вирус сделал. Она теперь всем ходит рассказывать, что у нее коронавирус был, представляете? Ой, не могу, вся синяя в синяках, какой вирус, и еле идет. Ну как, она худенькая, у нее красивая фигура. У нее красивая, ну вообще она симпатичная, но вот она себя как вот развелась, вообще непонятно во что превратила. И вот она мне тоже заявила, что мы для нее психологи. Я такая, блин, я для тебя психолог, лучше не надо, помогите. Пошла я свои страшные булки в это, в духовку запихаю, может быть они там приведут булочный вид. Кстати, поднялись прям такие, прям хотят быть нормальными вкусными булочками. А вдруг выйдет? Кто его знает? Ну, друзья, не все так плохо и получилось. Сейчас попробую. Увидеть бы, где еще тут начинается, где заканчиваются булки. Эх, булки, бай. Они еще не совсем остыли. Творог куда-то растворился даже. Очень вкусно. Ватрушки. Я уже переоделась. Заниматься буду дома, потому что на крыше у нас 50 градусов и выше, наверное. То есть там невыносимо заниматься. Вот тут вот хоть какой-то ветерок. Можно вентилятор включить. В общем, нормально. Приготовила там булочки, не знаю, кому отнесу, то ли сестре мужа, потому что мне нужно ей очки-то отнести, она же вчера у меня забыла на работе, либо дочке мужа, не знаю тоже, кому отнесу. В общем, подумаю, пока буду идти, подумаю, а когда буду подходить, они живут рядом, вот, тогда и решу. А пока буду вот заниматься, у меня сегодня по расписанию сумба. Я тут свою замочила эти папоротник. Вот так вот поливаю. Потому что не знаю, мне кажется, вот сюда, когда поливаю, ему плохо, когда сюда я поливаю. И вот тут ничего не растет. Поэтому пускай так стоит, как и орхидея. Вот так вот. Я вчера, кстати, ну я же вам показывала, как я занималась-то. Я тоже дома вчера занималась. Благо, я одна дома была. Потому что я не люблю, когда заниматься, когда муж на меня зырки пялит. И он смеется надо мной всегда, гад такой.
Дивіться, такий сладкий, моє сонечко. Да, жарко ему. Я уже постель поменяла на такую полулетнюю, потому что у нас, говорю, 40 градусов на улице. А вот, и такую не простынку, а ну вот такие вот пледики положила, чтобы укрываться. В общем, да. Жара, жара, жареное солнце морских городов. Вышли на улицу. Занималась зумбой. Сейчас пойду отнесу свои пирожки. Очень вкусные, потому что нам этого много. Я хотела испечь половинную дозу. Вот где он шатается, а? Ты посмотри на него. Герой. Уйдет от меня и ходит, как у себя дом за 3 километра. Зови его потом. Ищи. Не, ну ты посмотри, один-одинешенек там. Вот. Хотела половину порцию сделать, потом думаю, да что из-за 3 булочек буду заниматься. Лучше сделаю целую порцию, да и раздам. Я так, кстати, часто делаю. Блинчики, булки, все остальное такое вкусное. Себе, как говорится, как это, червячка заморю, а потом отнесу. Сходим, стараемся обходить людей. Не, ну ты посмотри, а. Уже с кем-то там дерется, а? Драчу. Эйнаки! Он не дает. Он сам на него, к нему пристает. Собачка. А Чарли не любит приставочих. Та-дам! Красота. Чарли, иди лучше погоняй голубей. Чарли, ясно? Он прийти сам, видите, пристает. Сам пристает. Чарли, бейнаки. А он не хочет к хозяину возвращаться. Ну, извините, сами засветите за своей собакой. Никак не это. Пришлось мне остановиться, чтобы он свою собаку смог забрать. Ну, иначе он с нами, за нами так и шел. Я говорю, ваш хочет играть, а мой его прогоняет. Говорю, если бы они по-настоящему дрались, то он бы не приставал к моему Чарли. У меня, так, кстати, так часто. Я, знаете, мой Чарли всегда за мной идет следом. Куда бы я ни ушла, вот за 3 километра он всегда потом придет. А есть некоторые собаки, им по барабану свои хозяины. Мне приходится вот так останавливаться и ждать, когда хозяин придет за своей собакой, который хочет играть с моим Чарли. В общем, как-то объяснила вам. Понятно, надеюсь. В общем, знаете, мне куда путь-то держать надо? На пляж. Так что, вот так вот. Пойдемте на пляж. Кафе мороженое открыто, заходи. Лай. Не хочу. Все, отдала эти очки. Иду домой. Пойду тут-то там. На этой улице всегда народу дофига. Ой. Так вот прогулялась. Я на пляж не ходила, потому что там он оставался буквально в 100 метрах. А что-то неохота было. Думаю, в другой день пройдусь. Дети уже вообще-то не могут на улице находиться. Ну вот бегают, прыгают. Видите, карантин какой. Такой вот карантин.
все, друзья, пойду себе что-нибудь на ужин посмотрю. Какую-нибудь, не знаю даже что. Что у меня? Видишь, черешню, наверное, как всегда. Поем, мне тут осталось. Надо не доесть. И завтра, наверное, или послезавтра сходить опять за фруктами. Потому что уже чуть-чуть не считается. Опять мне тут перестановку слагаемого сделали. Не люблю, когда в холодильнике не по-моему порядок. Вот теперь да. Все, достала вишенку. Черешенку. Буду кушать. А с вами буду прощаться до завтра. Такая жара, что-то прям мне жарко. Или я еще не остыну никак. Вот мы себе булочки вот столечко оставили. Но одна еще была, муж сожрал. Слопал, скушал, покушал. Покушал муж одну булочку. Вот. Так что всего вам самого наилучшего. Встретимся с вами завтра. И всем пока-пока.